Доброе утро, друзья! Сегодня 23 июля 2017 года. Игорь Жабский представляет свою пятую часть ролика о ситуации на реке Раздольной. Я нашел место, откуда можно снять. Это телефонная вышка 60-метровая, которая стоит недалеко от берега реки. И вот с нее я и буду снимать небольшое видео. Именно с этой вышки я снимал когда-то в 2014 году свой фильм «Село Покровка с высоты птичьего полета». И вот решил показать общую картину. У меня что-то тут стал барахлить фотоаппарат, но я думаю, сумею показать вам. Вот она, долина Суйфунская. Сенькина шапка наблюдает за происходящим у ее подножья. Все поля в воде. Вчера мне написали в интернете, что Синельникова 2, которая находится за рекой, подтоплена. По улицам идет вода. Такая ситуация серьезная складывается. Опять урожай у людей погибнет. Да и на полях у фермеров тоже будут проблемы. Вот под нами храм Покровский. Красавец. Похорошел за три года. Туман потихоньку рассеивается. Небо голубеет. Погода, наверное, будет сегодня жаркая. Может быть, это поможет быстрее уйти в воде. Мы сейчас немножко перейдем на Покровку. Потихонечку пройдем, потому что вышка шатается. Посмотрим на Покровку, просыпающуюся в тумане. Многие спрашивают, где у нас озеро. Вот это озеро, это старое русло реки Раздольной. Водонапорная башня, которая уже не используется, на ней тоже вышка. Вот он, предпоследний дом с красивой крышей. Это Завитая 1, дом, где я живу. За ним Завитая 3. Ну и дальше пошли Завитая 2, 4 и так далее. Это у нас улица Октябрьская. Дальше мы перейдем, антенну небольшую пропустим. Это у нас площадь. Начальная и средняя школа тоже оделись в красивые крыши. Это у нас вот крыша РДК. Так что посмотрим не только на реку, но и на Покровочку посмотрим. В сторону восхода востока я не буду, там солнце, ничего не увидим, там в тумане, и солнце будет мешать. Так что посмотрим западную часть и южную, северную посмотрели. Это у нас музыкальная школа, тоже отделась в красивую крышу. Мы идем дальше. Опять возвращаемся к реке. А село Синельниково где-то вот в том краю. В том краю и Китай где-то там за сопками.
И вот вчера написали, что там по улицам вода течет. Вот такая коварная река наша Суйфун. Вот такой остров образовался. Как видите, на том берегу даже берега не видно, все сравнялось. Хотя там берег, когда я ходил зимой, очень высокий. Но теперь его нету. Теперь его нету. Сделаем еще небольшую панорамку. И на этом закончим, наверное. Вот, наверное, на Сенькиной шапке мы и закончим. Сейчас мы ее приблизим, нашу достопримечательность. Вот она. И на этом будем заканчивать. До свидания, друзья. До новых встреч. Посмотрели вы на ситуацию на реке, которая достаточно сложная. Ну, будем надеяться, что скоро все закончится. И солнышко нам поможет. На этом я прощаюсь. До новых встреч. До свидания.